Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам, как из обрезков доски, в моем случае 50 на 150, можно сделать полезную самоделку, которая будет вас радовать в мастерской, потратив на ее изготовление каких-то полчаса. На доске черчу разметку, нам нужен кусок 20 на 7,5 см, и далее на циркулярке выпилю, что мне нужно. Вообще в этой самоделке особо нечего комментировать, все будет понятно и так. Сразу скажу, что нужно будет посверлить немного разных отверстий, которые я делал как обычными сверлами по дереву, так и сверлами Форстнера. Кто не знает, что это такие за сверла, то в описании ссылка с Алиэкспресса. Там я их и покупал. Мне они нравятся, стоят копейки и выполняют свое предназначение на все 100%. Так что гляньте, друзья, советую купить такие, если у вас их еще нет. В общем, все рассказал, предлагаю посмотреть, что я буду делать, и желаю приятного просмотра.
Вот такая необычная конструкция у меня получилась. И это не что иное, как держатель наждачной бумаги. Тут специально сделаны некоторые моменты, а именно, размеры держателя сделаны специально под шлифовальную ленту 75 на 457. Далее спереди сделан спил под 45 градусов, чтобы была возможность подлезть в труднодоступные места, если понадобится. Ну и в случае необходимости ленту можно быстро менять. Например, если она износилась или нужна другая зернистость. Выглядит интересно, в руке лежит хорошо, функционал выполняет. Я доволен. А на этом на сегодня все. Оставьте комментарий насчет данной самоделки, как она вам. Также поставьте лайк, если понравилось видео. Вам не тяжело, а мне приятно. Не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!